Здравствуйте, это программа «Актуальное интервью» в студии Заира Байчорова. Разговариваем о главном. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный коварный лед. О мерах безопасности в период ледостава поговорим с заместителем начальника филиала аварийно-спасательной службы Ставропольского края Михаилом Кривенко. Михаил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие места в Ставропольском крае считаются опасными? Сейчас, в общем-то, погода у нас не такая холодная. Есть вообще ледостав в Ставропольском крае? Да нет, на сегодняшний день такого не будет. Что такое вообще ледостав? Да. Ледостав – это такое состояние водного объекта, когда толщина льда достигает безопасной толщины. Вот, тогда он, вот это ледостав. Все остальное до ледостава называется ледообразование. Так. Вот у нас даже, если так можно сказать, даже самого процесса ледообразования нет, так как погодные условия не позволяют вот этому всему сформироваться. И я хочу сказать, что это особенности на наших краевых водоемов, что они замерзают не сразу, а постепенно. То есть, ну, вы же сами видите по погоде, для того, чтобы сформировался ледостав, нужно, чтобы были определенные погодные условия. Это минус соответствующий не только ночью, но и днем. Ну и должно пройти не меньше 7-8 дней, чтобы вот этот ледостав установился, если будет погода соответствующая. У нас же происходит намерзание, скажем, льда на водоемах постепенно, некими слоями, если можно так выразиться. И это опасно. Почему? Потому что иногда получается так, что толщина вроде бы соответствует безопасности. Снаружи кажется, что вроде как лед есть уже, да? Да, а он состоит из такого слоеного пирога. А значит, он небезопасный является, хотя по толщине он соответствует этим требованиям. Поэтому мы всегда призываем наших граждан быть особенно бдительными вот в период ледообразования. Потому что некоторые нетерпеливые и взрослые, и особенно дети, они любят вот это все, когда происходит. И рискуют и здоровьем, и жизнью. И подобные случаи у нас происходили, к сожалению, когда гибли этот период вот в новогодних каникулы и дети. Я уже не говорю про рыбаков. А вообще какова допустимая толщина льда на реках? Ну, если мы берем тот, который вот этот нормальный, о котором мы только что говорили. Именно ледостав. Значит, для одиночного человека, взрослого, он должен составлять не менее 7 сантиметров. Если это группа людей, то не менее 12 сантиметров. И лед для массового отдыха группы людей, скажем, при зимней рыбалке, когда собирается много людей на одном месте, это не менее 25 сантиметров. А для транспорта? А для транспорта у нас вообще никакого... То есть сплошной никогда не размер, запрет, вернее, сплошной запрет. У нас категорически запрещено выезд на лед, независимо даже от толщины, нет такой необходимости. А ледовых переправ у нас на территории края не оборудуется. Есть статистика за 2019-2020 годы? Ну, мы с вами говорили, что как такового ледостава у нас ни в 2019 году, ни в 2020 не были. Но если брать, скажем, зимние месяцы, а статистика такая имеется, то положение такое. У нас в 2019 году 9 происшествий на воде, погибло 11 человек, в том числе 3 рыбаков. В этом году у нас 11 происшествий, погибло 13 человек, из них 5 рыбаков. То есть они погибли, они не провалились под лед, это просто происшествие на воде? Нет, они рыбачили с грубейшими нарушениями мер безопасности, что привело вот этому чрезвычайной ситуации, связанной с нынешней гибелью. Вот как вы знаете, наверное, вы об этом слыхали, на Новотроицком водохранилище в феврале месяце 3 рыбаков в очень ветреную погоду на самодельной металлической лодке вышли на Новотроицкое водохранилище, там были огромные волны. Естественно, средств индивидуальной защиты у них не было. Лодку опрокинуло, и потом двоих мы нашли сразу на берегу водоема после вот этого ЧП. Одному мы искали, ну, почти что месяц, чтобы найти.
Так что вот, вот такая вот печальная статистика, статистика в этом плане с рыбаками. Ну, знаете, и... как-то даже вот стихотворение детское пришло в голову. «Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь прочнее старый таз, длиннее был бы наш рассказ». Очень подходящий, то есть... точно. Но, наверное, не зря составляли это стихотворение. Правда, оно было, касалось прежде всего наших деток, но иногда очень по-детски ведут себя наши уважаемые рыбаки, которые хотят получить удовольствие там и отдохнуть, а вместо этого, не соблюдая элементарных правил безопасности, они попадают в очень неприятную ситуацию. Хотя мы вот работаем с ним, вот такие листовки распространяем. Вот это я специально сделал, который в период ледостава мы распространяем. А где вы их развешиваете? А мы им вручаем, прямо вот подъезжаем, прям ездите, объясняем, рейды, да, где людей мы этих выявляем, где они находятся. Беседуем с ними, говорим, что необходимо делать. Но не всегда они нас слушают. Мы сколько раз говорили о том, что одевайте, пожалуйста, спасательные жилеты. По крайней мере, у вас будет какой-то шанс. А так вот этих рыбаков, которые вот в ночь опрокинулись, никаких шансов не было, когда они опрокинулись. И в других местах, точно так же и на подлёдном, если на подлёдном лове. Если вы вышли на лед, то этот жилет даже в какой-то степени будет дополнительное средство согревать, для согревания. Да. Да, и он может одеть, он имеет средство регулирования, может одеть на любую одежду. Но зато у вас будет какое-то, что вам могут пробежать ваши товарищи, помочь вам. Мы всегда рекомендуем рыбакам, которые выходят на вот подлёдный лов, чтобы, ну, первое, с чего нужно начинать, сообщить своим родным, куда вы уезжаете. Почему я об этом говорю? У нас были такие случаи, когда жена просит помощи, но не знает, куда ее муж уехал. И связаться с ним не может. Угу. А так она хотя бы грубо, мы можем определить, на каком водоеме он ловил эту рыбу. Если вы собираетесь снасти, собираете все остальное, это у вас там целый ритуал. Но найдите место для бельевой веревки 12-15 метров. Она вас точно выдержит, она прочная. Вот с грузиком на конце. Имейте, я рекомендую для рыбаков, вот это 20 сантиметров, 15-20 сантиметров металлические заостренные штыри. Если вдруг провалился, то с помощью этих штырей легче будет выбраться из полыньи. Далее. Тот же жилет, о котором я уже говорил. И тогда вы в какой-то степени будете защищены. Когда вы пришли особенно на незнакомый водоем, нужно определить толщину льда. Коли вы взяли бур, значит, вы можете это легко сделать. Не размещайте лунки ближе 5 метров друг от друга. Если вы взяли палатку и хотите комфортно рыбачить, то не размещайте в этой палатке, в которой вы находитесь, газовые приборы отопительные. Потому что первое, в том месте, где палатка стоит и газовый прибор, естественно, начинает медленное таяние льда под этой палаткой. Но самое главное, что вы можете отравиться продуктами горения вот этой газовой горелки. В принципе, вот зимняя рыбная ловля, она достаточно опасна. Почему бы вообще не запретить этот вид спорта или этот вид досуга? Ну, мы не можем это. Если ты можешь провалиться, если ты столько всего может произойти. Если бы, я вам скажу, если бы рыбак, этот любитель, услыхал ваши слова, он бы закричал бы «караул, покушение на его святое». Да. Нет, мы приветствуем то, что человек любит это времяпровождение. А в чем удовольствие именно зимней рыбалки? Рыба какая-то особенная? Да нет, это нужно быть рыбаком, сам процесс, чтобы это... Да? Сам процесс, ему даже не важно, что это такая рыба, что на рынке можно очень быстро, дешево купить самую вот хорошую рыбу. Да, видимо, рыбу. Просто я Но не сам понимаю. Сам процесс с людьми, с друзьями, общение. И так, ну, это нужно быть рыбаком, понятно, чтобы эту всю психологию его знать. Но это, я, например, это поддерживаю. Это хорошее времяпровождение. Природа, свежий воздух и любимое занятие. Но не об рыбе, себя, не об да? улове нужно думать, когда собираешься, а хоть немножечко
своему здоровью и своей безопасности. Если это будет вот соизмеримо, то я думаю, что ничего плохого в этом нет, скажем так. А вот как вы считаете, детей можно брать с собой на зимнюю рыбалку? Ну, почему нет, если там выполняются те вещи, о которых я говорю. Ведь это касается меры безопасности всех. Что ребенка, что взрослого. И если этот же ребенок будет приучаться вот такому, если он будет получать какие-то навыки практически в рыбной ловле в зимнее время, ну чего плохого. Просто надо знать, что ребенок должен быть в безопасности, чтобы он там не простыл, чтобы он там не заболел и так далее. Это уже зависит от родителей, как они считают нужным. Но я думаю, что такие случаи есть. Вы приезжают с детьми, уезжают, нормально все, и ребенку развлечения, ну и родитель чувствует гордость, что он своего сына приучает, как он считает, к нужному делу на будущее. Ну, понятно, что в Ставропольском крае так уж сложилось, что ледостава не дождешься, но если вдруг наши жители окажутся в каких-то других регионах, где все-таки есть это ледостав, то в каких местах ледостава безопаснее все-таки ходить? Каковы вообще правила хождения по льду? Ну, на незнакомом льду, особенно когда он только сформировался, нужно выходить, имея в руках, ну, какую-то палку, что-то такое, чтобы перед тем, как идти, нужно не ногой стучать, а вот простукивать, посмотреть. А какой вышел звук на лед? Должен быть? А? Какой звук должен быть, чтобы понимать, что безопасно? Ну, это не от звука зависит, а ты почувствовал, если просто ты стукнул, если да? пошли трещины, то они уже, значит, уже опасны, туда еще заходить нельзя. Кроме этого, если ты идешь, допустим, по льду, которым покрылся снегом, а часто так бывает, вначале лед, потом снег, и потом ничего не видно, просто сверху снегом покрыто, это особенно опасно. Там может быть полынья, там может быть тонкий лед. Где тонкий лед? Тонкий лед, скажем, если речка посредине, где течение, там обязательно он будет тоньше. Далее, где тростники, где камыши, там он будет тоньше. Где впадают ручьи, скажем, стоки с предприятий каких-то, ферм, там тоже лед будет тонкий, непрочный. У берега лед всегда тоньше. Вот переход между, скажем, самим собственным берегом и там, где начинается лед. Там нужно смотреть аккуратненько, чтобы не сразу же и не провалиться. Нужно не идти просто так шагами, а ну как бы скользить, потихонечку. И как только ты увидел, что там начинается потрескивание, но увидишь, что эти пошли эти трещины, надо потихоньку возвращаться. Не паниковать, не сразу побежать, а потихоньку развернуться. Так же и назад. И потихоньку назад, откуда пришел. Если идешь группой людей, то расстояние между людьми должно быть 5-6 метров, не меньше. Если вы идете с каким-то грузом, то обязательно, если, скажем, с рюкзаком, надо рюкзак, обычно его фиксируют, его надо расфиксировать и переложить на одно плечо. Это если что, чтобы скинуть быстро, да? Да, чтобы быстрее сбросить лишний груз. Если вы на лыжах идете, то желательно так, чтобы в любую секунду ты мог лыжи расстегнуть. А палки, обычно там же есть такие держатели для рук, нужно их снять и просто палку держать в руках, чтобы тоже или ее задержать, или выбросить, если вдруг какая-то опасность возникла. Если провалился, да, и такое может быть. Не дай бог. Да. Опять же, паники, чтобы не было. Имейте в виду, постараться, когда вот уже, собственно, ты свалился в эту прорубь или провалился, чтобы не укунуться вместе с головой. Потому что когда и голову намочил, и все остальное, ты начинаешь очень быстро остывать. Это плохо. Что происходит с человеком, который провалился? Что он чувствует? Ну, чувствую, что он чувствует. Но самое плохое в этом, чтобы он не почувствовал панику. Чтобы он прекратил сопротивляться. Это самое плохое, когда человек не знает, что делать. Руки расставил в момент падения. Как-то задержался. Не намочился полностью. Часть одежды остался сухой, голова в том числе. Разворачивайся в ту сторону, откуда прошел. Начинаешь ломать лед до тех пор, пока чувствуешь, что он же не ломается. Угу. Поднять одну или другую ногу и попытаться ее забросить как можно дальше на лед. На кромку, да? Да, и на кромку льда, и с помощью рук вылезти. Удалось вылезти. Значит, не надо вставать сразу на ноги, а
перекатиться несколько раз, там несколько метров от этой полыни откатиться. Потом поднимаешься и бежишь в ту сторону, откуда пришел. Главная задача при этом всю освободиться от этой мокрой одежды, если есть жилье какое-то, попроситься, я думаю, никто не сможет отказать в такой ситуации. Если получилась такая ситуация, что один или с кем-то, то или поменять, если белье есть, я, кстати, рекомендую всеми доступными способами. Вот это мокрое снять и что-то сухое надеть. Если и этого нету, но чтобы человек, который костюм рядом оказался, развести. Поделился частью этой одежды. Если есть автомобиль, а на рыбалку, скажем, как правило, на автомобиле выезжает, то быстрее в автомобиль завести, согреться, завернуть какой-то плед, чтобы человек согрелся. Выпил чая горячего, кофе, вот. Но ни в коем случае не алкоголь. Это он не поможет. Если он серьезно переохладился, да, то нужно обратиться к врачам обязательно. Потому что есть, вы знаете, три стадии переохлаждения. И третья стадия, что человек может в кому упасть от переохлаждения. Это резкое понижение давления, пульса и так далее. Поэтому тоже самочувствие надо этого человека отслеживать. Но нужно помнить, что очень небольшой запас времени у этого пострадавшего, который провалился под воду, и не может, у него 12-15 минут максимум есть, ну, может быть, плюс-минус. И человек может просто погибнуть, замерзнуть. Он погибает именно вот от того, что замерзает, не от того, что тонет, да? Конечно. Переохлаждается организм. Снижается резко давление, пульс, все остальное уже дело, как говорится, техники. Правила поведения. Да, вот эти заостренные металлические прутья, которые нужно, если они под руками, можно им воспользоваться. Веревка, чтобы бросить товарищу, который может с этой веревкой его вытащить. Но опять же, здесь нужно соблюдать тоже и правила безопасности людей, которые приходят на выручку. Вот хотела спросить, а им что делать, если они видят, что товарищ попал в беду? Ну, конечно, не бросать его без всякого сомнения. Опять же, нужно, что у человека есть, который выходит где-то или рядом гуляет? Шарфик. Есть, есть. Ну, 2 с лишним метра. То есть он тоже должен быть на животе, да? Да, он не за несколько метров должен лечь на лед, подползти, бросить этот шарфик, чтобы он его поймал, и потом уже пытаться его вытаскивать. Веревка какая-то, ну, палка. Ветка длинная, все это, даже вот куртку можно снять и вот ее свернуть, как бы длинная, и она тоже будет, ну, 1-2 метра, если ее по краям использовать, можно ее тоже использовать как спасательное средство и подать на помощь вот этому человеку, который оказался в этой полыни. Если вдруг человек, который провалился, он делает попытку и видит, что его просто не замечает, ну, что делать? Надо кричать, просить помощи, не стесняться, вот, привлечь внимание к себе, что я вот попал в такую западню. И можно помочь и вовремя вытащить его. Я хочу сказать, что у нас были такие случаи, когда дети, 3-4 класс себя при такой ситуации вели себя предельно разумно и правильно. Вот у нас был случай в Апанасенковском, ну, это уже достаточно много лет, в муниципальном округе, когда первоклассник провалился под лед, вот при такой ситуации, которую мы с вами обсуждали, а третьеклассник пришел ему на помощь. Хотя он был и по весу... Какая чудесная история. И вот он вытащил его, сам туда не залетел, в эту полынью. Мы там... Это здесь, у нас в Ставропольском крае, да? Да, он от правительства Ставропольского края, этот мальчик получил ноутбук в подарок. Это был единственный ноутбук в деревне, в этого мальчишку. Все сбегали к нему, как, понимаете, как музей, смотреть все это. И он был уже настолько гордился своим этим предназначением. Кто его только не поздравлял. И грамоты вручали, и поздравляли, и говорили, и уроки проводили открытые. Это хорошо. У нас есть такие случаи, у нас есть другие подобные случаи, когда люди, рискуя собственной жизнью, идут на помощь при такой ситуации. И были такие случаи, я думаю, что они будут еще, потому что у нас люди
большинство, по крайней мере, неравнодушны. Они всегда готовы прийти на помощь другим людям, которые попали в беду. Ну, что очень отрадно. А вот безопаснее передвигаться на лыжах? Ну, что значит безопасно? Примерно так, да, площадь. Ну, если есть такие, знаете, средства передвижения по снегу, как снегоступы, они широкие. Да, площадь увеличивается, значит, вероятность провалиться уменьшается в какой-то степени. Но если провалишься, сложнее избавиться от лыж. Так точно. Поэтому я вам и говорю, что всегда нужно, чтобы приготовить перед тем, как переходишь по льду на лыжах, чтобы мог их очень оперативно, быстро отстегнуть, чтобы они вам не сыграли с вами злую шутку в этой ситуации. Вот у меня здесь вопрос такой, какие правила существуют для переправы транспортных средств? Но вы сказали, что это в принципе запрещено. Или ну, есть все-таки случаи отдельные? Я могу, конечно, сказать, что некоторые считают, что если, допустим, появился лед, если какая-то машина через этот водоем проехала, все, значит, всем остальным можно тоже проезжать. Далеко это не так. Ледовая переправа – это сложнейшее инженерное сооружение. Я без всякого юмора говорю. Его нужно, перед тем, как там оборудовать эту ледовую переправу, проводить целый ряд изысканий, в том числе определяет толщину льда по всей протяженности, очищают эту дорогу, оборудуют соответствующими знаками, шлагбаумы. Ледовая переправа – это движение вот только в одну сторону. Нельзя движение на встречное делать. Если, скажем, по количеству техники нужно это дело делать, то вторая нитка этой ледовой переправы может оборудована рядом, но не ближе, чем 30-40 метров от этой переправы. Там обязательно будут дежурить спасатели, которые будут мониторить ситуацию со льдом и все остальные вопросы. Там обязательно будут сотрудники полиции. Там будут, ну, в зависимости от обстановки, могут даже оборудовать и светофоры. С одной стороны и с другой стороны. Зеленый с этой, техника пошла в ту сторону. Обязательно указывается на переправе расстояние между машинами, которые проходят. Это зависит от груза, который везут эти машины и самой грузоподъемности этой ледовой переправы, потому что мы не можем там до бесконечности, там, скажем, 60 тонн, 100 тонн груз тащить. Там это тоже все оборудовано и написано перед входом с одной и с другой стороны. Ну и не только саму переправу, и сам подъезд к ней оборудуется соответствующим образом. То есть это не так просто, как в обыкновенной жизни касается. Проехал, ну еще и можно всем проезжать. Нет, конечно. А у нас, я уже вам сказал, запрещено выезд любого транспорта на лед, независимо от толщины. Михаил Николаевич, ну раз уж мы заговорили сегодня о ледоставе, такой климат интересный в Ставропольском крае, в Ставрополе в самом, что почему-то весь лед оказывается на деревьях. Это как-то какую-то опасность представляет, в общем-то, для жителей, вообще для города? Ну, мы уже не раз видели телепередачи, скажем, с Приморья. Ну, что там с Приморья? У нас в Александровском муниципальном округе вот буквально неделю назад были серьезные проблемы, когда были обесточены даже котельни, пришлось оказывать помощь для того, чтобы там были установлены агрегаты питания и так далее. Все это очень опасно. А ледовые дожди – это вообще катастрофа. У нас был такой несколько лет случай на территории нашего края. Это очень серьезное природное явление, которое может повлечь выход из строя системы энергоснабжения. Это может превратить в непроезжую часть все наши дороги, по которым ездить невозможно. И что главное, там никакая присыпка, как правило, не помогает. Это все приходилось просто их закрывать. И вы видели, к чему это все приводит. Это поломанные деревья, это оборванные линии электропередач, газоснабжения и так далее, и так далее. Сотни отключенных, оставшиеся без света и тепла людей и без воды в том числе. Все это очень серьезно. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы подобные природные явления у нас появились, но с природой ничего не поделаешь. Мы
обязаны быть в готовности к решению этих задач. Мы их выполняем. Спиливаем деревья, которые падают, восстанавливаем линии электропередач при необходимости, оказываем помощь людям, которые попали в снежные заносы. У нас подобная ситуация, помните, сложилась в Панасенковском муниципальном округе, когда снег пошел с той стороны, откуда мы не ждали. Это вот впервые так появились такие заносы снежные на территории Апанасенковского муниципального округа. И много людей попали в западню в этой ситуации. Водители, опрокинутые машины, ну и так далее. И все, что связано с этим. И было мне удивительно смотреть, когда мы вытаскивали машины, и наши водители, вроде бы как бы опытные, на летней резине находились в этом. И рискнули выехать в такую погоду. Ну, тут, как говорится, нет слов. Комментировать тут, да, без комментариев. Поэтому все к этому нужно быть готовым. Лучше отложить поездку. А если вы уже собрались ехать при такой погоде, нужно готовить и себя, и машину, и все остальное для того, чтобы вас ничего врасплох не застал, в том числе и телефоны экстренных служб. У нас сейчас единый телефон 112, он действует на территории края, и вам по этому телефону могут оказать помощь. И так уже действовали наши водители, которые попали в неприятную ситуацию. Михаил Николаевич, спасибо вам большое за ценные советы, за очень полезную информацию. Но будем надеяться, что у нас не будет никаких таких сложных и тяжелых происшествий. Спасибо. И вам спасибо, всем удачи. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ.